Привет, друзья, с вами Рустам и Оксана. Сегодня приготовим быстрые пирожочки. Не надо возиться с тестом. Значит, вместо теста у нас будет уже готовый пшеничный ролл. Ну, можно использовать лаваш, 400 грамм мяса. У нас вот говяжье мясо, лук, одна головка, масло для жарки, соль, перчик и яйцо 2 штуки. Это все ингредиенты. Давайте готовить. Готовится быстро, ну вкусно, обалденно. Лук натираем на мелкой терке, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить зелень. Перемешиваем. Ролл мы сразу же разделили на две части. Выкладываем фарш. Аккуратно распределяем по поверхности. Складываем таким образом, чтобы с обоих сторон по два раза можно было сложить. Разрезаем. Удобнее сделать это пиццерезкой. И нарезаем. Где-то длиной сантиметров по 10. Выкладываем оставшуюся половину фарша. Также распределяем. И делаем все то же самое. Разбиваем яйцо. Хорошо перемешиваем. Разогреваем сковородку. Добавляем растительное масло. Его нам надо тоже нагреть. Плита у нас включена на среднее положение. Значит, 6 делений стоит на четверке. Опускаем в яйцо каждый пирожочек и обжариваем. Обжариваем с двух сторон до получения красивой золотистой корочки. Но не забываем про то, что нам нужно прожарить и мясо тоже. Такие вот получаются пирожочки, всего 30 штук из одного ролла, пышненькие. Внутри все прожаривается, пахнет настоящими пирожками. Готовьте, всем приятного аппетита и до следующих рецептов.